Да, ну вот там подписали сейчас и статистику игры в неравных составах. Здесь отметим еще раз, Салават лишь 20-й по нейтрализации меньшинства, а для Витязя это уже 45-я попытка в сезоне. Ну, когда дойдет до большинства Салават, увидите, что там Салават тоже в числе лидеров, но все равно Салават чуть реже играет в большинстве. Вот бросок и шайба в воротах открывает счет Витязь, и делает это Джастин Денфорд. 1-0, гол в большинстве. Да, как он это делал? Действительно, в огне этот парень ближнюю девятку попал. Сухача вроде бы так присел, но вот эту щелочку найти нужно еще. Надо над плечом то, что и сделал. Там Евгений Артюхин тоже нужно было обратить внимание. Не пришлось ему идти закрывать вратаря.